Длина тела нарывника изменчивого 10-17 мм. Его надкрылья черные, с оранжево-желтыми поперечными полосами. Несмотря на их высокую изменчивость, как следует из названия, характерно то, что конец надкрыльев заканчивается черной полосой. Рисунок надкрылий состоит из двух поперечных черных перевязей, передней трети и посередине, и широкой вершинной каймы. Передняя перевязь иногда разбивается на два пятна и даже совсем исчезает. Ее внешний край иногда заходит на плечевой бугор и через него распространяется до основания надкрылий. Иногда не покрывает этого бугра. Сильное варьирование рисунка в сторону редукции его темных элементов характерно для крайне восточной популяции.
цветами растений. Активны только днем, в солнечную погоду. Яйца откладываются в землю. Пластичный вид встречается повсеместно, от пустынь до верхней границы леса. Жуки активны с конца мая по август. Вредит сельскохозяйственным культурам. Гемолимфа всех нарывниковых жуков ядовита. И в случае опасности они выделяют капельки гемолимфы из отверстий, расположенных между голенями и бедрами ног. Потревоженный жук-нарывник выпускает из суставов маслянистые капли, содержащие кантаридин, едкое вещество, образующее волдыри и нарывы в месте контакта. Однако жуки-нарывники довольно красивые, менее интересные насекомые.